Добро пожаловать на курс эффективной презентации. Он состоит из двух блоков. Первое. Кто должен проводить презентации? Второе. Как должен проводить презентации? Я более чем уверен, что этот курс – то, что ты искал, мой друг. Почему я так уверенно об этом говорю, узнаешь в этом курсе. Приветствую тебя, мой друг. Мен сенің жеге көмекшің боламын. Бастайық. Ну а теперь, коллега, смотрим, запоминаем и используем на практике. Теперь давай еще раз пройдемся по основным требованиям программы «Бақытты отбасы». Көп балалы отбасы. Төрт, немесе одан да көп баланы тәрбиелеп отырғандар. Вот мое направление, вот мои дети. Говорим, давай. Ипотека берем. Еще вопрос есть? Да, у меня есть. Я слышала про бесплатные деньги для первоначального взноса. Как я могу... Кайлку Мадина. Военнослужащим, казар, жумысти в завтра. Дердяк, вы хотите прокредитоваться по военному продукту и купить квартиру за 10 миллионов тенге? Да. Я извиняюсь, но деньги по программе «Бақытты отбасы» уже закончились. В смысле закончились? Hello, it's me. Здравствуй, дорогой мой друг! Добро пожаловать в блок информационной безопасности. Помни, что при выездном обслуживании ты находишься на территории у клиента и являешься приглашенным лицом. Как ты думаешь, какие ошибки допустил консультант? Қымбатты досым, необходимо провести консультацию. Назар аудар. Теперь давай на примере рассчитаем. Корпоративтік бағдарлама бойынша оқу курсын сәтті өтті. Құттықтаймын!